град. Представляете? Начиналось все как-то романтично, с тумана, и закончилось жутким ливнем, дождем проливным. Мы в кафешке сидим и выйти не можем. О, какие градины! Кош стеной вообще. Там просвета нету. Как нам отсюда выйти, я не знаю. Мы уже все съели. Сидим, ждем. Вообще. Он так периодически то утихает, то опять с новой силой лупит. О, пожалуйста, градины. Приезжайте в Крым, господа отдыхающие. Такого я еще здесь не видела, честно. Какие-то аномалии погодные. Не, ну был очень сильный туман. Может быть, из-за этого. До такого тумана тоже здесь еще не видела ни разу. И после тумана сразу вот пошел такой вот ливень. Вот все в шоке, короче. Все в шоке. Даже эти продавцы ходят в шоке просто.